Instagram анонсировал профессиональную панель инструментов Professional Dashboard. Она позволит блогерам и бизнес-аккаунтам отслеживать эффективность и пользоваться инструментами для монетизации и развития аккаунта. Привет, это Мария и новости Digital. В профессиональной панели можно будет ознакомиться с обучающими материалами. Панель уже доступна в аккаунтах Instagram. В разделе «Отслеживание эффективности» «Track your performance» можно увидеть показатели, отражающие основные тенденции, а также примечания и подсказки об эффективности аккаунта в Instagram. Из этого раздела можно перейти во вкладку «Insights», где отображается вся статистика аккаунта. Раздел «Grow your business» дает быстрый доступ к инструментам для управления учетной записью, значкам, брендированному контенту и рекламе в IGTV. В этом же разделе можно проверить, подходит ли учетная запись для монетизации. В информационном разделе «Stay informed» собраны ссылки на новейшие образовательные ресурсы по Instagram, советы и лайфхаки по продвижению, а также примеры для вдохновения. Профессиональная панель упростит отслеживание статистики и соберет в одном месте все доступные варианты монетизации и новые функции. Instagram сообщил, что в дальнейшем планирует развивать панель и добавлять новые опции. И не забывайте, что с конца прошлого года пользователи Instagram могут отказаться от персонализированной рекламы. А если аккаунты пользователя в Instagram и Facebook связаны, соцсеть автоматически учтет выбор профиля на Facebook и объединит опцию для обеих платформ. Будьте в курсе новостей вместе с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!